Криминальным новостям. Преступную группу, занимавшуюся торговлей наркотиками на территории Краснооктябрьского района Волгограда, задержали наркополицейские. Марихуану продавали два 19-летних – парни и девушка, их ровесница. Причем никто из них раньше не привлекался к уголовной ответственности. Более того, у всех троих положительные характеристики. Все они из хороших семей, а девушка, к тому же, спортсменка, студентка Волгоградской академии физической культуры. Правда, заметно развить наркобизнес задержанным не удалось. Преступная группа просуществовала меньше месяца. Общий вес изъятого наркотика – более 1,5 килограмма марихуаны. В основном они были жителями Краснооктябрьского района города Волгограда. Один из этой группы был житель города Михайловки. Собственно говоря, он и доставлял оттуда наркотики с Михайловки в Волгоград. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группы лиц по предварительному сговору». Теперь задержанным грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.